Итак, всем зрителям привет. YouTube смотрителям дать проводок, ё-моё. Сегодня начинаю проходить игру Lord of the Fallen. Надеюсь, я правильно прочитал, так как английским я не силен. Настройки уже настроены, звук потише надо сделать. Так, ездил, новая игра. Boris, forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Какой фонтан. Кровище. Где? О. Ага. Осужденные для выбирайте на свой страх и риск. А, ничего нема, ничего не дается вообще. Башка, правда, такая. Для вот. Он именно вот максимально обычный. Ладно, я начинал с партизана. Он довольно-таки неплохо. И ловкость, и выносливость, и все остальное. Боевой волк. Пройдемся быстренько. У него легкие доспехи, я так понял. Зато силы, идите налево, 16, нихера себе. Раз тащил, так тащил. Здесь у нас выносливость, ну понятно. Класс, которому прыгаться не надо. Физическая мощь класса. Сияние? А, это тот крестоносец, это можно вот за него поиграть, в принципе. Ну как бы он, в принципе, изначально был, правильно? Что вот это интересно? А вот это? Блин, ловкость и вообще понты. Ловкость это ж выносливость, это ж прыжки. Тут в основном надо и прыгать, в этом-то и дело. Боевол 10. Партизан, самый-самый.
ладно. Это типа женщина — это мужчина, правильно? А ну, голова назад. Голова. А, ну да. Чё ты тут? Ну, боже, баба, какая разница, что не буду перекидывать. Ого. Ого. А что это? А что он дает? А. И чё? Ладно, похоже, короче, на Лара Крофт, мать, вот так пусть будет. Цвет кожи, ну такой. Во, более-менее человеческий. Волосы, волосы, волосы. Он не под этим самым. Под шлемом. Чё, он квадратик? Лысина. О, будет как этот самый. Викинг. Волосы на лице. Бородатый викинг. Бородатый баба викинг. Не, ну это что-то. Шитинка. Так. Татуировки. Это что? Это ж не татуировка. Не хочу ничего. А, вот это шрамы, да? Да. Какие-то они непонятные. О! Только слева, да? А где справа? Ага. О. Где лоб, 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 лоб? Где полоски? Это ж полоски. А чё они? А, они белые. Так а чё он? Это ж полоски выбыл, да? Или... То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Тю. А, вот это. А, вот оно. Ага. И рот. Во. Все, годится. Насыщенность максимальная. О. Пойдет. Далее. А правильно, подожди, голова, татуировки, текстура лица, что значит текстура лица? Юношеский, зрелый, пожилой. Юмиритори, ну пусть будет зрелый. Цвет глаз. Ну что, они меняются, середина, а не бока, а не края. Ух, ема. Ёпты. Вот это, наверное, да? Нет. А как это, цвет глаз? Подожди, подожди. Я, к примеру, хочу голубой. Ну, к примеру, да? Ну, так можно и обосраться. Смотри. Охренеть. Охренеть. А чё, оно не двигается? Это не галка. Да ёптанить.
бред какой-то. Что за херня? Ладно. Пусть будет серый хотя бы. Чуть я не пойму. Так. Око. Ой. Что у него с лбом случилось? А это лоб? Написано глаза. Че лоб меняется? Ладно, пусть такой будет. Нос. Где мой нос? Пусть будет такой, мать, так. Уши. Ухи, ухи. Пойдет. Что, рот прям сразу с подбородком. Ладно, пойдет. Далеко не будем ходить. Скулы. Наш баба воин. Да ебать, вот так. Все? Далее. Это что? Цвет кожи. Так я же выбирал. На теле татуировка? Ну давайте сами как-нибудь, да? Подожди, торс. Мускулистый давай. Баба мускулистый. Ого, хера себе мускулистый. Толстая. Худая. Мускулистый. Давай на 50, что на 49. Не. Ну, 50. Все, нормально, годится. Да и какая разница. Все, ну все одетая будет он. Цыганка. Все. Изменить имя обучения. Не, пусть будет обучение. Изменить имя. Имя, 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 имя. Имя. Ты ж у нас девчонка, да? Будешь ворой. Лора, годится, пойдет. Поехали. Все? Играть. Ну вот зажимать надо. Дурастик. The latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aurea's wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Здрасте. Опять темно. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Вот и встали.
Так, что далее? Что далее? Дубина. Так, цепь после местного войска. Да понятно. Сила D, ловкость D. Вес 5,7. Физическая атака 75 плюс 5. Физ, связь, огонь, тут понятно. Так, а вот это что это такое? Крови пьет. И шо, когда силы юной пьет. Зачем это все мне расписывают? Зачем мне страшно, что тут открываются источники ее изменения происходящее. Она родилась. Зачем это мне знать, я не пойму. Прибывает лес. Веточка ягоды. Способствует восстановлению выносливости. Одна, да? Ой, боже мой. Могли две дать. Для родительного камня и следующего со временем. Ну, хоть что-то. Ага, это камень исцеления, это камень маны. А это череп 2400. Ага, понятно. Окей. Нагрузка средняя. Да не галка, ёпт. Инвентарь. А, ну все то же самое. Персонаж. О, краска. А, бляха, повернуться, не? А нельзя для всего сделать одно и то же. Все, назад. О, красно-зеленый ручей. Так, вроде. Ага, чтобы посмотреть направо, налево, отлично. Увидимся. Я все вижу. I see you. Ну-ну. Оп. Так, как тут парировать? Еба. Парировать? Парировать, ёпта, уметь. На нахер. Я такие грюк. Как парировать? Алло. Да понятно. Ага, прыжок. Играл давно просто. Пробовал точнее. Что это? Позабывался. А, череп и нырить. Все понятно, я понял. Тут-то ничего. Так, нажмите колесико. Переключение. Угу. Окей. Колесико. Ага, вот так вот. Окей. Я вас услышал. Сейчас я тебе. Бля. Ух ты какой. Че-то цепь не увеличивается. Ты посмотри, когда. Да ну на. Как парировать? Как парировать? Ты козел. Как парировать? Парировать научить. Жизни понты. Так, разве движение на ветер? Ага. Не понял. Подожди, движение. Бег, ну хорошо, все, бежим. Ну и шо? Пошли. Я бегал с помощью. Че? Так, буква Р. Прям как в Elden Ring. Копируете лишь? Не понял. Это как работает. Я ж... О, это хорошо. Это я упал удачно. А чё она не прыгает, а? Что такое? Не помню. Ну это переворот. У меня что-то поломалось. Не то. Который зря куда попала. Так, бег, ходьба, блок, вот заходит цели, прыжок, кнопка. Все, я вспомнил, на кнопку поставил. Да хорош тебя, сука, дурацкая собака. Ага,
А как парировать тогда? Ходьба С. Захват цели, ходьба. Смена стойки. Включение. Прыжок. Жесты. Непонятно, ладно. Может потом будет. Йоп. Так, зафиксируйте цель с помощью. Воспользуйтесь шиз, чтобы сделать быстрый рывок. Вокахалага. Быстрый рывок, не переворот. Можно, не, можно перекатываться. А, выносливости. Сука. Не выносливости, ловкости, тютю. Подожди. Вот. Нет, подожди, там как-то не так написано. Как-то интересно написано было. Инвентарь. Откройте свой тайный метеорит, ту-ту-ту. Окей, понятно. А что там, что там, что там, что там? Что за камень? Какой-то камень был. Что за камень был? Где оно? Не понял. Какой-то камень был. И шо? О, что это такое? Четкий. Ага. А, вот камень. Простой камень. Может быть использован для нанесения незначительного физического урона или просто для привлечения внимания врагов. Окей. Это жесты. Одежка. Понятно. Использовать. Ага. Нельзя. Прикольно. Нафига мне? Тихо. Нажмите 2, чтобы выбрать режим дальнего боя. Окей. Так. Используйте арбалет и метательные предметы, удерживая контр, чтобы остановить режим дальнего боя. Так. Это хорошо. Используйте удерживая, чтобы остановить. Остановиться в режиме дальнего боя. Так. Тихонько, это не то. Жмите 2. Вот так вот, да? Вот так вот. Правильно? Правильно. И вот так вот. И пил. Пил. А это что? Ой. Мое. Так, светится. Что светится? Подожди, вот это переключили. Сейчас. Надо все сообразить. Ага. Погоди, погоди. Так, матрики, место Умбала. Выберите его Умбаш. Лампу с помощью. Один. Опа. Ветка идет. Угу. Сюдой. Че он трясется-то как-то? О, дядька. Дядька. Тихонько, не ярничай. Так, все атаки, в том числе ближнего и дальнего боя, можно сочетать для создания уникальных комбо. Так, кроме того, можно... Ау! Ау! Самое очень... Так, экспериментируйте, убирайте. Понятно. Хоба! Блять! Бляха, ну иди той налево. Да ну как так-то, а? Я ж хотел так
Херак. О, вот это я понимаю. Это вам не хухры-мухры. Тихонько. Как хорошо, что мне хватило. Вау. Пинок под зад. А, не успел, да, ударить? Да, не успел. А как пинок под зад получил? А, ага. Нет, я не понял опять. А, быстро. Ужас. Так. Так. Сангвинарий является основным инструментом исцеления, который автоматически перезаряжается при возрождении. Угу. Он доступен, притом быстрого доступа. Окей. По сравнению с свойством. А, так они не восстанавливаются, и камни. А я их жру на всю. Ёб твою мать. Отсюда. Что там? Че он светится? Ну вот, чувак, ну и хер. Так а что я тут пройти могу нормально? Кью? Совершить раскол. Удерживать Кью, чтобы перейти в Умбрал. Осторожно выйти. Умбрал нужно. Только в определенных точках. Угу. Ой. А чё они? Ну чё ты, ну ёпта. Чё? Во, пошли. Нормальный мост. Чем тебе мост не нравится? Понятно. Короче, меня вынуждают. Ладно. Так, да. И что там? Кью? Кью. А, держать надо. Опа, и все, я в мире смертных. Точнее, наоборот, в мире мертвых. А это что? Никого не мог? Он убил. Нажми деньги, чтобы найти мою цель. Выберите его умбральную лампу. С помощью один, подниму ее, Ctrl, ага, ага, так, выбрали цель, Ctrl, подожди, у меня вторую, ой, так, раз, два, три, на цель. Да ё-моё, иди ты. Комарина, ёпта. Наверное, с помощью, понятно, выберите умбральную лампу с помощью один, поднять ее Ctrl, и затем нажмите, ага, да. Вырывает душу. Пока душа врага вне тела, атакуйте ее. Ага, значит, душу атаковать. Чтобы нанести источный урон. Правильно? Правильно. Закройте источник урона, чтобы нанести его максимальный урон. Так, подожди. Подожди. Вот так вот, да? Вот так вот. О, на, на, на. На, на. Годится. Мне что выбрать? Потом ты тот самый. Ага, так, ты. Так. Кто здесь? Вырывайте души, чтобы... Шо? Опять ты галкаешь, блядь. Потребление зарядовых вырванных душ. Так, выберите, он убрал лампу с помощью один, нажмите. Так, нажмите контра, вспомнил высокая сила. Я дорогого пузыри с помощью. Ага, мне еще надо подпитывать, получается. Мне надо вырывать души эти. Высасывать я таким образом. Дополнительные источники здоровья. Ага, сбор энергии. Окей. Окей. Это вы, да? Я вас забыл. Не то. Наоборот. А, вот так вот высасывать. Ляп. Ляп, ляп. И шо? И шо оно мне дало? О, три эти самых, ничего себе.
Ничего нема. Три креста. Дядька. Так, ваше здоровье истощается. В случае входа в Умбрала. Или во время выполнения определенного действия с помощью Умбрала ламп. Истощение может остановиться, но некогда. Нанесем урон враговым. Ага. Однако, вы мгновенно потеряете его полностью, если сами получите урон. Отлично, отлично. Прекрасно. Я мечтал об этом. Получить, сука, урона, блядь. Как херячить? И чё, он не остановился? Не понял, я же зафигачил. Вот что это за бред? Да тихо, не туда. Или я дурак, или я не понял. Мы с чем я трою? Да хорош, блин. Трындит тут. Истощенное здоровье. Что? Я не успел прочитать. Подожди. Меня тыкли. Можно остановить, нанесем урон. Так я нанес урон. Ну, не надо потерять, если по-моему. Так я нанес урон. Иди твой налево. Ну что за бред? Что это, не урон, я не понял. На, сбивать можно, туда хорошо. Так я не понимаю, я ж там нанес урон. Ему. Какого? Лешего нафиг. Мое. Где оно? Что за звук? Квинтесения ассоциации стену тихо. Что это такое? Банка с палочком дающая повышенная защита от истощения. Окей, а... О. А где? А где? А где? А где? Вот это. Руки, которые используются для совершенного мгновения. Великие. Ладно, так, дальше. Ага. Да ёпта, что там, корни зашли. Тихонько. Что тут? Падай, нажмите. Или чтобы руковать. Так, вот это дополнительное можно вызвать. Все с помощью этого. Ага, окей. И раз. А то херяшно. Подожди-ка, это у меня здоровья нет или у меня полное? Как оно, сука, работает, не пойму. Подожди, а там что внизу? Ой, не то нажал. Ничего. Да? Ничего, на свете лучше нет. Чем же займу? Это мое. Раз побегу свету. Хе-хе-хей! О, сука, безликое говно. Тихонько. А что это за глаз? Ага. Длительное пребывание в Умбрале делает ваш присутствие все более заметным для его обитателей. Ага, чем дольше вы будете находиться в Умбрале, тем опаснее существа будут. Ага, окей, заходим. На, ёпты. Ладно, пройти, да и все, его не мрачь. Ну. О, побежали. Там что-то ломается. Там что-то было, стопудов. Вон, о-о-о-о. Тут смотри, какие беглецы, ёпты. А куда мне? Не сюда. Интересно, они умеют лазить? Ой, не то. Да иди твоя. Надо именно выбрать. Так, дверь открыта. А тебе умеют лазить, не? Вроде не идут.
А, давай выйдем. Ага, все, да? И там дырка закрыта при этом. Угу, окей. Как-то не так не сильно качественно сделано это самое. Жизнь. Опа, здорово. Мужик. А можешь один вот этот самый сделать? Харакири. Нельзя. Все? Ляйки золотые. Золото-красные доспехи. Так, мне ж не надо ничего, да? Да, я все забрал. Opening, please. Тяжело есть, все равно. Ой. Отвлекся, не успел почитать. Так, останки вместе. Вам понравился цвет. Ну, короче, то же самое Элдерин, честное слово. Ну и все остальные, которые там. После активации они используются как бы. Это вот именно реально по одной методике все идут игры. Нет уже интересных развитий. А что это уменьшается, не понял. За линии. Отдохнуть, улучшить персонаж. Давайте улучшим. Давайте возьмем. Уровень 12. Откуда? Ловкость. На 1900. Ага, подожди, у меня же там есть что-то. Сейчас. Сколько здесь? 200. А у меня 1700. Ктыш. И еще. Давай. Хоп. Попробуем еще раз. Ловкость, да? Или нет? Или да? Или нет? Да да. Что такое? А, 82. Я пиздец. Извините. Давайте отдохнем. Где ты там? Где ты? Вот ты вот тот там наверху. Здесь далеко. Давайте кого-нибудь тут. Вот тут вот были двое. Двое. Что с тобой происходит? Чего так колбасит? Именно в этом месте. Оп. Иди сюда. Мне надо чуть-чуть душ. Или что оно там? А, все, не хватает. Пошли. Обратно. Отлично, мне бы такой бы факел бы через двери проходить. Ага. Ловкость улучшим, наконец-таки. Ёпты. Пум. Колокол. Так, сейчас, секунду, вот это возьмем, да? Оп. Подобрали. Дневник какой-то и карта. А что тут, можно карту открывать? А где карта? Краски, дневник. А, это типа карта, дневник? Или что? Кью. Что-то немножко как-то запутано и загадано. Ладно. Это типа босс? Блок. Так, блокируйте удар. Близкие такие атаки. Освещаете еще здоровье. Наносите удар врагам, чтобы восстановить истощенное здоровье. Да? Однако. Вот это с истощенным здоровьем, это вообще бред какой-то. Ёпта. Так можно истощить до конца и потом тебя кук один раз. Парируйте атаки. Нажимаю. Ага. Ага. То бишь не какая-то отдельная кнопка, а именно вот эта правая, там где именно блок идет. Ладно. Когда столько глаза будет ослаблено, ошеломите его, сдержите атаку. Ага, это право. Нет, парируйте или удар ногой. Минутующий удар с помощью. Угу, я понял, окей.
Да, это босс. Первый босс. Ебать, мой хер. Хераси. О, у него кровоточие. Тихонько. Нихрена себе. Ага. Что это такое? А, это типа какое-то улучшение? Ты спарировал? Ёпты, тихонько. О. Ага, о какой-то. Деревяхи такие в бане. Ой-ой-ой-ой-ой. Поймал. Ебать, половина. Половина, вы чё, с ума сошли? Половина, бляха, вообще охренел. Половину снес. Слышь ты, козел. Ой. Эй, ты иди давай налево. Да чтоб тебе. Ой, хорош. Блин, не успел. А, у него быстрее наносит. Еще разочек бахнем. Санта чего там? Санта Лючия, да? А ну, если с разгона. С разгона он меня. Ага. Достань, да иди твою мать. Я ж нажал провод, ну чё ты, ёпты. А не могу сразу сидеть, ё. Бляха, я думал, он не достанет. Всё, мне пизда. Шо это такое? А как так? А-а-а, я в мире духов. Хераси. Ты понял? Сука, получи. В мире духов получается, а что-то там? Умрара. Что это? Это этот? Как его? Кукаст это? Ты что гонишь? Это же финальный босс. Отдай мне лампу. А Джина хочешь, что ли? Лампу Аладдина. И что мне с ним делать? Вы что, с ума сошли? О, тут светится. А, сюда нельзя, да? Прикольно. Ничего с этого ожидать. А, тут еще и жизни есть. Ну, графа. Вообще звезда на лице обычно. Что там? Опа, на. Какой-то дядька. И что? А? Не понял. Так и должно быть. Типа задумано. Если вы погибли, вы умрали. Умрали. Все ваши накопленные энергии. А, это энергия. Будет сброшена. В том месте, где вы погибли. Короче, понятно. Здравствуйте, Dark Soul, Elden Ring и все остальное. Так, все. 40 минут поиграли. Хорош, да? 82. Да, слышу, слышу. 82. Как много.
Так, сюда. Отдохнуть. Лучше перевзять, чем не завзять. Это типа оно сохранилось, да, так? Ладно, на этом закончим. В следующий раз продолжим будет вторая часть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего дня. Берегите себя.